После кропотливой работы, стремлений к лучшему и движущей силы самореализации, прекрасный пол Кишинева был награжден по заслугам. Отмечены были многие, а вот победительницами стали особо отличившиеся. Смотри далее, кто стал голосом, актрисой или телеведущей года. Чего только не сделаешь для милых дам, а уж тем более для таких, как они. И чтобы подарить им праздничное настроение перед новым 2010-м, журнал «Акварель» с сентября начал конкурс среди самых лучших женщин года в различных сферах. Томили гостей недолго, а вот номинанток мучили каверзными вопросами. К примеру, телеведущей года пришлось вспомнить уроки географии и литературы. Я не ожидала получить эту премию, и я посвящаю ее телезрителям. Скромность – сестра таланта, но не будем об этом, пойдем дальше. Актрисой года стала Марина Сташок. Это замечательная номинация, и я благодарна журналу, благодарна читателям за то, что это произошло в моей жизни. Бизнес-леди Людмила Климок, политик года Виталия Павличенко, стилист года Валентина Радченко, светская львица года Арина Коршикова, а голос года Нелли Чебану, которая, кстати, доказала это на вручении номинации. По мнению создателей журнала «Акварель», чтобы тебя оценили, нужно что-то сделать. Безусловно, в нашей стране много красивых и преуспевающих женщин. Но в номинацию вошла только десятка. Кто знает, может, в следующем году номинировать будут именно тебя.